Всем привет, с вами Песенчик ТВ. И сегодня в этом видео я покажу, точнее не покажу, а просто, да, покажу. Покажу свое детство, как же я родилась такой и почему я снимаю видео. Вот. В моем возрасте бы никто так не снимал. Я просто удивлена вами. 32 подписчика. Это святое для меня. Я святой человек. Те, кто начинающий видеоблогер, то смотрите мои видео. Тогда вы поймете все. А мы начинаем. Родилась я 31 июля. Летом. 2008 года. А весила я уже не знаю сколько килограммов. В общем, я была такая уж, ну, немного тяжеловатая. Потом, когда мне было минимум 2 года, то я уже начала расти и ползла к льву, ну, чтобы поиграть. Мне же скучно. Потом наигралась я, меня положили в кроватку, и я заснула. С бутылкой. Мне было еще 3 месяца. Потом, когда мне было 3 минимум года, то я начала уже ходить. И ползти. А говорить я еще не начала. Говорить я начала только с 4 лет. Потом мы пошли на улицу. А тут я уже минимум валяюсь в песочнице. Испачкала все колготки. Вот грязнули. Потом я взяла какую-то формочку и начала лепить что-то. Стопы. Я не смотрела на месяц. Мне еще был 1 год. А вот уже и красная. Правда, не знаю, кто это. Я там с медведем сидела, играла. А он поп повернулся. Как не стыдно тебе, медведь. Потом, когда у меня был уже день рождения, мне было уже 2 года. Это был Новый год. Нет, пока что мне не было еще 2 года. Да, это 2 января было. И мне 1 год и 5 месяцев. Я маленькая фея. А вот я уже одеваю тут, в принципе, корону. Типа такая принцесса. И тут я увидела елку. И спросила маму. Мама, что это? Что это? Родилась я в Реутове. Россия. Не Украина. Просто привычка говорю, что это? И мама мне сказала, что это елочка. Я думала, что за зеленая елка такая. Потом, да я подросла, уже понимала, что это такое. Но сейчас мне 8. Уже скоро 9, через 26 дней. Так что, когда у меня будет день рождения, будет стрим. Еще плюс сестренка. Гости придут. Аркаша. Брат придет. Ну, а мы идем дальше. И когда я уже после ванны, то с мамой уже сидела тут. Потом я нашла своего любимого мишку и стала спать с ним. Потом 16 февраля мы уже пошли гулять. Там был карусель, и я за рулем типа. Я увидела елочки, такие огромные, не то что статуя какая-то там маленькая. Потом уже 1 марта я проснулась. Ну, пока что я там... Меня не совсем там фоткали, ну... 1 марта я уже проснулась и сидела, улыбалась. Я там возилась везде. Я маленькая модница, я люблю наряжаться красиво. Мне был 1 год и 7 месяцев. Потом уже 9 апреля мы пошли кататься с горки. На улицу вышли. Мне 1 год и 8 месяцев было. Потом уже, когда я пошла домой, то меня стали кормить кашей. И я подумала, папа, отходи, а то я сейчас лопну от твоей каши. Примерно так все и было. Мне был 1 год
и 9 месяцев. Потом уже я переоделась и сижу, смотрю Лунтика. 23 мая. Я уже с прабабушкой тут сидела. А как звали ее, не помню. Потом мы уже пошли на улицу. Было как летом. Мне был 1 год и 9 месяцев. Потом мы уже там катались с подружкой Дашей. Она больше похожа на мальчика. Потом мы уже пошли домой. Наигрались там. Люблю смешариков, там шарики вот эти. Но потом мы уже опять пошли гулять. Там взрослая девочка каталась. Если вы ее заметили, конечно же. Но об этом еще мало чего говорить. В общем, вот ей вы заметили эту прическу. Это настолько странная прическа, что даже офигеть. Вот это настолько странная, ну хотя это хвостик. Вы не думайте, что это некрасивая прическа. А вот и мое лицо, я уже взрослею. Я уже начала кататься с горки. Мне был уже один... Мне уже было 10 месяцев и 1 год. Потом я пошла, где-то увидела вот эту лазанью. И начала лазить. И опять уже увидела эту лазанью и лазию. Потом я пошла на горку заново кататься. Только на зеленую. И я катаюсь. Скатилась все-таки и еще раз решила попробовать. Но потом я уже накаталась и стала вот так раскачиваться. Потом там стояла мама, и я думала про себя. Мама, лови меня! Да, примерно так все и было. И потом мама говорила, слази, ну там, скатывайся. Я говорю, что, туда? Сначала я не умела говорить, я просто про себя думала. А эта девочка, и вот это вот лицо, она смотрела на меня взглядом. Подумала, ты что, сумасшедшая? Потом я уже начала играть в песочек. Формочки всякие принесла. Потом уже 3 июня мы поехали на дачу. Ну, 1 июня. Меня фоткали 3 июня. Ничего не знаю. На дачу. В общем. И ест белый кусок холодильника. Ну, это, в принципе, качели и я. Потом мы вышли на улицу. Я тут играла. Ну и потом уж там наигралась. И приехала назад. Потом я попросила папу раскачать меня. Папа меня раскачал. Потом я начала дуть одуванчики. И сзади меня кто-то непонятно стоит. Не знаю. Я начала дуть на него. И он разлетелся на все мелкие кусочки. Потом подумала, куда же вы? А как же я без вас? Потом уже я поспала, вышла на улицу. Там не сразу так. 10 июля. И я пошла гулять. Вот мы идем туда. Модница я настоящая. А вот и мы с Тёмой. Мы подружились. Правда, он старше меня. Мальчики всегда старше девочек. А как же? Мне почти 2 года. Потом уже наступил 31 июля. И мне исполнилось 2 года. А фото выложено 2 августа. А вот мы уже тут с Тёмой сидим, чипсы кушаем. И вон мне шепчет на ушко, да еще чипсы. И тут я уже с медведем. Мне уже 7 месяцев было. И 2 года. Потом уже я начала ходить в сад. И тут мы с подружками стояли. 3 девицы мы. Вот тут стояли, гадали что-то. Потом мне уже было 3 года. И у меня родилась сестра. А вот и Настя. Потом 29 августа мы начали кушать печеньки. Ой, пряники, потому что у нас был праздник. А вот и я. Где там квадратик показывал? Вот я.
А вот уже я в Москве сижу там. Потом мы пошли на речку купаться. Я там плавала и чуть не утонула. А тут я уже сижу с игрушкой. А тут Настя валяется, смотрит, не понимает ничего. Потом мы уже спать тут легли. 19 ноября я уже нарядилась в платье. Не знаю даже зачем. А вот я тут сижу и думаю про себя. Тихо, папа не в курсе. У меня планшетик. Вот тут планшет. Потом я тут начала уже слушать музыку в свитере. А это уже Настя. 2013-го. Мне уже было... Сколько там? 4 года! Мне уже было, по-моему, 4 года. Так, стоп. Да, мне было 4 лет. Ой, года. А вот я в планшет играю, а Настя спрашивает про себя. Сестренка, что ты там делаешь? А я такая, иди сюда, Настя. И она не лысая, она вот такая. Она вот такая. И не спрашивайте, что у меня с ртом, там просто болячка. Это был медведь. Я его потеряла. А вот и я теперь. А вот мы уже там гуляем. Это уже 26 июля. Мне скоро 5 лет будет. Мы были в Москве, и там около поликлиники мы там стояли. И это Стелла. Кукла Стелла. Фея Винкс. И я играла в пони. И наконец-то стал мой день рождения. Вот уже мне 5 лет. 31 июля. Утро началось с торта. Так. Я не вижу миску. Вот теперь. Там меня все поздравляют. А теперь дуй. И там я уже начал смотреть в пакете. Открыточку. И какой-то ноутбук. И там мы с... папа мне показывает, и мы там разбираем все. И потом вот тут 3 девицы. Я там засела в компик. Потом мы поехали на какие-то там карусельки. Там Настя сидит. Так, куда тут надо нажимать? Настя хочет включить это. Ща. Поехали. По сторонам надо поглядеть, говорит. Рулю. Лол, оживился Лунтик. Это просто костюм. Он рисует мне кота. Превращение такое. Девочка-кошка теперь. А вот и я. Злая киса за рулем. Мяу. А теперь и папа тут сидит. И карту там что-то делает. А мы там катаемся. А Катя навигатор. Голубой вагон. Теперь она там будет сидеть. А это Света с мамой. И потом уже 27 декабря у нас начался праздник. Кот в сапогах. А вот это я стою. Вот это Настя, это мама, это я. Вот это я, вот это папа, это мама, это Настя. Мы тут такие кривляемся. А вот 2014 год! И потом мне было 6 лет. Когда я уже подросла, мне было уже 7 лет. И потом я уже пошла в 1 А-класс. И кто был моей подругой? Лиса. Не Лиза, а Лиса. Лиса, Злата. Ну вот Злата, вот это вот кружочек. Варя, она сначала мне была не подругой, но теперь она мне подруга. Подружка,
Только она, правда, меня чуть пугала. Она мне была не подругой совсем, потому что она жадничает, она мне ничего не дает. А вот это уже я. А не знаю кто, это другой класс. А вот это вот Ульяна. Они мои подруги. А вот эта Алена была мне не подругой. А вот это мне был как друг. И вот это там Лера была. Еще одна Лера. А вот уж и Наташа, моя лучшая-лучшая-прелучшая подруга. Из этих каракуль, что вы там видели. Это не имеет совсем значения. Учительница у нас была Элла Викторовна. Не знаю, почему я с этой злюкой рядом стою. У меня были красивые цветы. Я вообще боялась, что... Вообще боялась в школу ходить. Все-таки это первый день. И училась я там хорошо. Троек было немного. Хотя я не хочу рассказывать о своих неудачах. Двоек ноль. Хотя я училась там на 5. На 5 и на 5 с минусом, 4 с плюсом. Или 4. Или 4 с минусом. А вот это уже я. Это Данька. Но он, я не знаю. Я не знаю, он друг мне или нет. Так что поставлю этому N. Не знаю. А вот это Юля. Подруга. И вот это, ну, не знаю. N. Вот это как его там звали? Я не помню! Это давно было. Там сидели, хотя он мэр нашей школы. Но теперь он не мэр. Она теперь мэр. И у них любовь. Кстати, у меня была тоже любовь. Ну а с этим еще, с этими каракулями, вы и так все поняли. А вот наша учительница Элла Викторовна. Я ее любила, она немного построже. Кстати, кстати, кстати! У них тоже любовь. Это какая-то любовная школа. А вот это вот Паша. Это он закрылся цветами, или она. Вот это, не знаю, Глеб какой-то, не знаю, забыла. Вот это Вика, подруга, Доминик, друг, Гумбат, который учился на двойке, не друг. Обзывает меня. Он меня двоечницей обзывает. Я ему не верю, он просто мне завидует, что я учусь хорошо, чем он. Вот это там была уже Юля. А, нет, стоп, это Катя. Это была Катя. Я не понимала, кто из них будет читать. И я Катя тоже. Я не понимала, кто из них. А, вот это вот. Забыла. Алексей, что ли? А вот это вот Серега. Не знаю. Он мне не друг. Вот я есть поговорка. Только пришла в школу, а видать уже все достало. И стерегите мое лицо, когда учитель что-то втирает. Я просто люблю поспать. А тут мы уже общаемся. И тут ржака. А вот это мое лицо. Эпично, что они там разговаривают. Что там разговаривают? Как это? Лол. Только не угорайте надо мной. А вот мы тут сидим уже. Сидим, сидим. А вот это мы уже идем куда-то. Акимова Наталья тут есть. Байджики, мне байджик не дали.
Куда мы все смотрим? Это же спортивный зал. Мы туда смотрим. Вон туда смотрим, на поверхность. И вообще, что там интересного? А действительно. Что там интересного вообще? Если это, блин, школа. Я специально убрала руку. Он хотел меня за руку взять. Это Никонов Доминик. Он вообще влюбился в меня и все еще любит. Только пока что скрывает чувства. А я все еще продолжала туда смотреть вверх. Типично. Но он, обратите внимание на руку. И куда он смотрит? Если бы моя рука была бы здесь, он бы меня взял. Потом бы закраснел. Ну хорошо, что я убрала руку именно сюда. Именно вот сюда. А он, смотря его взгляд на руку, он смотрел взглядом вот сюда. А я туда смотрела и специально убрала. Он меня чуть-чуть потрогал, а потом я убрала руку сюда, чтоб меня никто не схватил внезапно. Ну и потом он ее взял уже. И все это дело продолжалось. Он смотрел не пойми куда. Вот эти руки разные. Если бы они были бы рядом, ну, если бы была здесь рука, ой, вот здесь рука, и там пальцы, и здесь рука, то мы бы взялись за руки, а так все объединилось. Я смотрела куда-то туда, на Наташу, я думала, подружиться бы с ней. Я к ней уже 100 раз ходила в гости. А он... Смотрите на его взгляд, куда он смотрит. На меня. В чем прикол того? А она куда-то туда смотрит, думает, что за странная девочка? Она тоже туда смотрит. Ну, типа там учитель что-то говорит. Или что-то в этом роде. Потом мы там все скопились. Толпой там учитель что-то объясняет, а у меня красные глаза. Тут я начала сидеть уже. Там были такие кусочки. А вот эту Настю уже фотографировали. Ну, в общем, жизнь моя на этом закончена. А когда у меня будет что-то, ну, там, жизнь будет продолжаться до 15 лет, то я вам обязательно сделаю видео 2. А пока что смотрите это. Ну и на этом все. Всем пока. С вами была ваша любимая Песенчик ТВ. Мои песенчики.